держитесь дома. Разоблачиться? Да, да, красивые. Ну, все, вот, ну давайте, раз они уже. На минуту вашего внимания. Давайте попробуем. Не слышно будет. Это наши красавцы. Берегите себя. Да, по-другому и быть не должно. Искренне поздравляем вас с этим праздником, 23 февраля, Днем Защитника, День Советской Армии и Военно-Морского Флота. В общем, от всего сердца мы вам желаем крепкого здоровья, мирного Спасибо. Неба над головой, мира, добра, благополучия, всего самого наилучшего. В общем, благополучия вам, вашим семьям, вашим родным и близким. И мы вам прямо вот подготовили вот такую красивую открыточку. Это для вас, наши дорогие мужчины. Я прямо... Мы ценим вас и уважаем. И с Днем Защитника Отчизны мы вас сердечно поздравляем. В День Защитника желаем счастья, радости, тепла, сил, здоровья, чтобы и дальше жизнь активная была, какая она у вас есть, чтобы она была и такой и дальше. Пусть энергия, успех и доброта вас ежедневно окружают. И перед этой мощной силой все беды отступают. С искренним уважением, Женсовет региональной общественной организации Севастопольский совет ветеранов подводников. Пару слов надо будет сказать. Нет. Да. Подводных лодок номер один бригада, которую он принял в 1943 году, в январе месяце, будучи совсем молодым. Ему тогда исполнилось 35 лет всего. Он принял бригаду от контр-адмирала Глазунова. И через год, 44 января, он на подводной лодке Л-23, которой командовал капитан Хартушный, они отправились в боевой поход из Поти в район Евпатории. Там по донесениям разведки всегда работали немецкие специальные ловушки, суда, вроде гражданские, всякие парусные, вот, но на самом деле оборудованные новейшей гидроакустикой, способной держать долго подводное положение подводной лодки. Они обнаружили эту ловушку, даже пытались ее атаковать, но не получилось у них. Но они сами были немцами обнаружены и подверглись гонке и бомбометанию. Это было 17 января 1944 года. Лодка из похода не вернулась. Не вернулся и Крестовский вместе с этой лодкой. Вот. Конечно, флот потерял в лице Крестовского замечательного командира, который учил подводников не бояться трудностей, не преувеличивать возможности немцев, бить их с малых дистанций. Вот. Поэтому флот, и подводный флот особенно, конечно, в лице Крестовского потерял очень хорошего командира, замечательного человека. Поэтому вечно им память. Так. Если кто-то... Валентин Алексеевич, возложили цветы к памятной доске Герасимова. Так. Владимир Иванович. Молодцы. Свидетельство ему наше почтение и поздравление. Конечно, конечно, мы с вами. Это один из продолжателей славных дел подводников Великой Отечественной войны. Да. Ну,
При его командовании 27-я бригада. Бригада, конечно, достигла больших достижений совместно. Они командовали с Завгородним Иваном Владимировичем. Да, Владимир Иванович, я под его началом 3 года, будучи командиром малышки, вот, прослужил, проплавал. Это был действительно командир такой и доступный, и вместе с тем и грамотный, как командир бригады. Вот. Он нас воспитывал, конечно, нормально, нормально. Вот. Были, конечно, там интересные случаи, когда он нас учил швартовки к кораблю, стоящему в дрейфе на Балаклавском рейде. Этот корабль изображали наши баржи. Как? МБСС. МБСС, да. Вот. Стояла баржа, вот он сам был на катере, командовал нам, вот, а мы, значит, подводная лодка подходила и швартовалась к этой барже. И вот там у нас такой был командир Овчаренко, да, Виталий Иванович, анекдотчик, подходит, значит, ну, баржа, она не на якоре стоит, ее ветром немножко туда-сюда валит, и он подходит и в скулу ей бьет, своей скулой, да. Ну, а Владимир Иванович видит, говорит, туда, туда ты, кто тебя учил так? Вы, товарищ комбриг. Все ясно. Есть предложение еще вот нашим защитникам нашего Отечества возложить цветы. Где? Там вот, близко того.